Chevrolet Captiva. Год выпуска 2012. Пробег 78 тысяч километров. Тип кузова – внедорожник. Трансмиссия механическая. Объем двигателя – 2,4 литра бензиновый. Мощность – 167 лошадиных сил. Привод полный. Цена – 785 тысяч рублей. Автомобиль в отличном состоянии, как внешне, так и технически. ПТС оригинал – один хозяин. Салон чистый. В автомобиле не курили. Юридически чист. Проведена комплексная диагностика двигателя, ходовой части, электрооборудования и лакокрасочного покрытия. Комплектация LT. Бортовой компьютер. Усилитель руля. Датчик дождя. Света. Климат-контроль. Круиз-контроль. Обогрев сидений. Парктроник задний. Электростеклоподъемники. Антиблокировочная система. Противобуксовочная система. Система курсовой устойчивости. Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира. Подушки безопасности водителя. Подушки безопасности переднего пассажира. Биксеноновые фары. Литые колесные диски. Обогрев зеркал. Противотуманные фары. Электрозеркала. Мультимедийная система. Штатная охранная система. Комбинированный кожаный салон. Подлокотник задний. Подлокотник передний. Гарантия юридической чистоты. Оформление страховки на месте. Возможен обмен на ваш автомобиль на специальных условиях. Возможно приобретение данного автомобиля в кредит. Осмотр автомобиля ежедневно с 9 до 20 часов по адресу: город Челябинск, братьев Кашириных, 126, автоцентр «Гольфстрим». Примем ваш автомобиль на комиссию на ваших условиях. Обратившись к нам, вы можете быть уверены, что вопросом продажи будут заниматься знающие свое дело люди, и ваше авто вскоре обретет нового хозяина.